don't move. I just get your body in the groove. I said, hey, I said, who? I said, me said, you gotta get in the groove. Boys, boys, boys. In summertime love, in summertime love. Boys, boys, boys. Let the summertime roll, let the summertime roll. Boys, boys, boys. In summertime love, in summertime love. Boys, boys, boys. Let the summertime roll, let the summertime roll. Сабрина и ее балет. Я попросил бы балет задержаться. Покажите Аверина. Мне кажется, из балета один парень убежал. У вас немножко похожи вот сегодня прически. Такое ощущение, что размножили трио «Экспрессия». Помните, когда Борис Моисеев был с такой прической? Ребят, вам аплодисменты. Спасибо большое. Саш, ну, ребята-то для номера все это сделали, а Макс так в жизни ходит. Если можно, я не знаю, имеет ли право член жюри об этом попросить, я бы номер посмотрел еще раз, потому что в первое исполнение я был увлечен костюмом. Можешь просто вот так вот здесь встать, и как бы и будет сразу... Boys, 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 I'm looking for the good time. Нет, нет, boys, подожди, подожди. Get ready for your love. Ты продолжаешь мне демонстрировать костюм сейчас. Без музыки я вообще ничего это не понимаю. Это знаете, что напоминает, когда на вступительных экзаменах в театральный вуз закончилась уже басня, стихи, и все, и говорят, а что вы еще можете? И студентки добавляют бонус-трек. А кто представил-то Сабрину? Ну ты уже ее практически сдал. Сдал ее, знаете кто? Сильвио Берлускони. А-а-а. А вы знаете, что Сильвио Берлускони был продюсером Сабрины? Он ее на телевидение пригласил, когда ей было 17 лет. Я все-таки попрошу, чтобы тебе интернет отключили. Я хожу в библиотеку, Леонид Александрович. Вот. Кто представил нам Сабрину? Скажите, Пелагея. Настя Макеева. Настасья Макеева! Да. Класс! Вообще прекрасно. И, конечно, вот эта челка. Ну, в общем, это, конечно, такой стилек вообще. Очень точно, а у тебя было, как у всех девочек, эти шортики? Она же вела в моду сабринки. То есть коротенькие шортики джинсовые с ниточками. Нет, тогда были, у меня были дольчики леопардовые. Нет, вообще, сегодня ты как раз вот и представляешь такой мощный ответ, так сказать, Сабрине, что, мол, у нас тоже есть... Чем удивить? У нас тоже есть, да. Хорошо. Какую оценку? 5. Какая ж ты смелая, Настя. Какая ты молодец. Кстати, между прочим, действительно, это смелость Настина. Вот, ну, сколько лет я ее знаю, она бросается во все тяжкие, когда дело касается работы. И это круто. Потому что, конечно, это не твоего, понимаешь, масштаба материал. Потому что ты должна бы, я не знаю, дальше, круче идти, понимаешь? Конечно, для тебя это так, орешки. Но ты это делаешь всегда так здорово и так уверенно, что думаешь, круто, Сабрина, круто. Хотя, в общем-то, ну, это только из детских наших юношеских фантазий, понимаешь, это 30 лет тому назад. Поэтому 5 вообще классно. Я могу сказать, в таком наряде, Настя, ты могла не петь ничего, я все равно поставил 5. Спасибо. Максим Галкин. Настя, ну, конечно, это была прям вылитая Сабрина. Если бы на моем месте была Любовь Казарновская, она бы сказала, были интонационные неточности в начале. Но, с другой стороны, я думаю, что редко можно откопать хотя бы одно живое выступление Сабрины. Как уж сама Сабрина пела, никто не знает. Конечно же, Сабрина — это не сильно певица, она больше модель там, и так далее, и тому подобное. И все, что ты изобразила, это было настолько... похоже, и выражение лица, и это итальянская сексуальность, и это танец, и это все было прекрасно. И спела вообще идеально.
Это прорыв в нашем шоу, потому что никогда еще у нас не показывали певиц, которые, в общем-то, в основном грудью пробивали себе дорогу на сцену, но тебе это удалось. Ты в очередной раз выбрала сексуальный образ и преуспела. 5 баллов. Да, Леонид Сальч. Я просто хочу сказать, Настя, сегодня замечательный вечер, потому что если я вот насмотрелся на тебя, и если я заскучаю, то я рад, что сегодня в жюри Пелагея, я буду смотреть на Пелагею. Настя, плакат подари Ермольнику. Я подарю вам свой. У меня есть... Нет, не я. Твой мне не нужен. Да нет, да вы подождите. Саша, ну да вы не дослушали. Да вы дослушали. Не нужен никакой плакат. А это и не надо досказывать. Я подарю вам свой. Да вы не понимаете, у меня висело на стене, еще на ковре, между прочим. Вот, на ковер же клеят эти плакаты. Выткано? Нет, иголочкой. У меня висела Вероника Кастро. У меня богатые тоже. Богатые тоже плачут. Конечно, и просто Мария, у Но нее был черный карандаш. Лёран. Черный карандаш для губ, а помада светленькая. Вот, да. А теперь смотри внимательно, если Настя в профиль станет, встань, пожалуйста. Точно. Смотри, нет. Просто Мария, видишь? Нет, она да. еще должна, знаешь, как это... Помнишь там в заставке? Распилява ту, амор, паркиту, но совия сама. Вот так вот с песнями и плясками вспомнили и первые мексиканские сериалы. Это Анастасия Макеева, которая представила нам сегодня Сабрину. Прошу тебя на звездный диванчик. Это шоу «Точь-в-точь». Помните, здесь возможно все.